Внутривенная инъекция. Подготовьте необходимое оснащение: шприц с лекарственным средством, жгут, вата или марля, обработанные антисептиком, перчатки. Обработайте руки на гигиеническом уровне. Установите контакт с больным, объясните цель, течение проводимых действий и получите согласие с больным. Правильно выберите место инъекции, уложите руку пациента на ровную поверхность. Наложите жгут выше места инъекции, подождите, пока вена набухнет. Обработайте место инъекции антисептиком и подождите, пока место инъекции высохнет. Зафиксируйте вену между большим и указательным пальцем левой руки. Введите иглу под углом 25 градусов в вену и продвигайте иглу на 3-5 мм. Потяните поршень шприца на себя, чтобы проверить нахождение иглы в кровеносном сосуде. Освободите жгут. Медленно вводим лекарственное средство. Быстро вынимаем иглу, сохраняя направление и градус при введении. На место инъекции прикладываем ватный шарик, обработанный антисептиком. Бросьте иглу вместе со шприцом в ящик медицинских отходов. Снимите перчатки и промойте руки.